Учебный день сегодня для этих ребят стал праздничным. Парад проходил во всех районах Сочи. В парке «Ривьера» для первоклашек Центрального района и Хустинского. И для детей, для их родителей, для учителей это абсолютно новое мероприятие. Парад первоклассников раньше проходил только в краевой столице. Вот теперь станет доброй традицией для Сочи. Учеников первых классов в этом году насчитывается около 6 тысяч. Очень большой популярностью пользуется город Сочи. Число первоклассников возросло почти на 1000 с прошлого года. Мы всех приветствовали 1 сентября, поздравили с Днем Знаний. Но впервые в городе Сочи по всем 4 внутригородским районам проводится такой замечательный праздник. Он очень позитивный. Пройдя маршем по аллее Ривьеры, дети объединились у фонтана, где отпустили в небо разноцветные шары. А уже потом рассредоточились по парку. На самых разных площадках для них были организованы различные мероприятия. У меня хорошее впечатление, что парад хороший, шарики. Радостный. Мы учимся в 8-й гимназии, пошли в 1-й Г-класс. Честно говоря, раньше о парадах не слышали, так как мы вообще в школе первый раз. Парад первоклассников, очень довольны. Довольные дети все вместе, они бесплатно посетили аттракционы, пингвинарии, шоу крокодилов и сад бабочек. Желающие приняли участие в мастер-классах прикладного искусства здесь же, на аллее парка. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.